Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики нашего канала. В этом видео мы расскажем о 10 самых опасных раскоронованных воров в законе, вернувших себе корону. Номер 1. Илья Симония Махо. Грузинский авторитет 1957 года рождения был коронован в 17 лет в 1974 году. В 80-х годах у него произошел конфликт с япончиком, соратником деда Хасана, предпосылкой к которому был раздел сфер влияния в Иркутской области. Славянские кланы старались выжить грузинских воров и взять под контроль богатые территории. Конфликт закончился раскоронацией Махо в ноябре 1993 года. Процедуру осуществили законники Шакро Молодой, Дед Хасан, Мардак, Тимурванский и Ноно. Спустя 26 лет Илья Симония получил назад свой высокий титул. Сходка состоялась в Италии, ее организовал вор в законе Мираб Джангвиладзе Сухумский. Под одобрение Шакро Молодого и других представителей криминального мира, имевших отношение ко всей истории Симонии, Махо вновь стал законником. Номер два. Владимир Оганов. Вачикос Шестипалы. Младший из братьев Огановых, ставших ворами в законе. Был коронован криминальными авторитетами. Пашей Стражником и Гоги Унжелакским в возрасте 21 года. Законником Вачикос пробовал всего одну пятилетку. В 1981 году на сходке приняли решение о его раскоронации за неподобающее поведение. Решение младшего Аганова короны поддержали Сабир Голубоглазый, Рафик Нарком Бакинский, Нами Крыжий и Тарабулька. В том же 1981 году Владимир Оганов попадает в тюрьму, где старается соблюдать воровской кодекс и ведет себя очень достойно. В это же время его старший брат Рудольф хлопочет о восстановлении Вачикоса в титуле. В итоге в 1983 году Рудик Бакинский вновь надевает на него воровскую корону. Номер три. Игорь Новиков. Новик. Нижегородский авторитет на заре карьеры, промышлявший кражами. Потом Новиков перешел к вымогательствам, а также контролировал деятельность мошенников и грабителей. Был коронован в марте 1999 года в Нижнем Новгороде на сходке в гостинице «Волна». В декабре 2004 года Новиков праздновал свое очередное освобождение с друзьями – Гамлетовским Вагином и Христофоровым. Употребив слишком много спиртного, Новик поругался с Вагиным и произнес в его адрес несколько оскорблений. На утро к нему приехали участники конфликта и потребовали аргументировать произнесенные оскорбления. Но дело осложнялось тем, что виновник торжества ничего не помнил. Пребывавший в то время в Нижнем Новгороде вор в законе Пичугин и обидевшийся Вагин собрали сходку, на которой приняли решение о раскоронации Новика. Наверное, это была самая глупая потеря воровской короны и самое быстрое его возвращение. На сходке 5 января 2005 года в Москве тот же Пичугин, Христофоров и пострадавший Вагин признали конфликт закрытым, а Новикова восстановленным в статусе вора в законе. Номер 4. Олег Плотников. Плотник. Воронежский авторитет 1964 года рождения. Начинал с мелкого хулиганства. К 1989 году его положение в криминальном мире было достаточно авторитетным и Плотников стал смотрящим по правобережному Воронежу, а позже и по всему городу. Спустя три года на этой должности он получил воровскую корону из рук московских воров в законе – Захара и Росписи. Осенью 2015 года Плотник был раскоронован по решению, принятому на сходке авторитетными ворами, среди которых были Пичуга, Шакро Курт и Солома. Обвинили смотрящего в растрате 10 миллионов долларов из общака. Через месяц после раскоронации точку в истории поставил Шакро Молодой, он вернул плотнику титул, заявив, что растраты не было и что плотников смог все объяснить и предоставить доказательства. Номер пять. Арман Джанинян. Арман Калужский. Армянский авторитет с подросткового возраста влился в криминальное сообщество. Попав в 17 лет в колонию, он строго соблюдал воровские принципы. В 1996 году после освобождения получил титул вора в законе из рук таких авторитетов, как Эмкартчан Майлз и Терпагасян Ваник. На тот момент Арману было всего 18 лет. После коронации вор стал осваивать Калугу, за что и заработал свое прозвище. В 1999 году был вызван местным уважаемым законником Маисом Карапетяном на сходку для подтверждения своего статуса. Но Арман не явился и был лишен короны. В 2016 году Арман стал работать над возвращением себе статуса. На сходке в Турции 26 августа 2019 года с одобрения Атари Таточи Джанинян был признан вором в законе. Согласились с этим такие воры в законе, как Надир Салифов и Юрий Усаян. Салифов лично обзвонил всех авторитетов, которые имели когда-либо нерешенные вопросы к карману. Выяснилось, что претензий у них к нему больше нет. Номер 6. Ахмед Евлоев. Ахмед Сутулы. Единственный ингуш-законник, в 43 года полностью поменявший свое имя и фамилию без видимых на это причин. С того момента его стали звать Дулат Юла. Является сторонником Таро, коронован воры в законе в 1996 году в возрасте 23 лет авторитетом Мира Бамбахии. В том же году он сидел в казахстанской красной тюрьме, где порядок устанавливает тюремное начальство. По слухам, Ахмед не только стал сотрудничать с администрацией, но и записался в активисты и отметив себя красной повязкой. В 2008 году, когда Евлоев оказался в матросской тишине, об этом вспомнили сторонники деда Хасана и объявили о раскоронации Сутулова. Не все сторонники Таро согласились с этим и продолжали считать Ахмеда законником. В 2017 году Сережа Бентли, не особо разбиравшийся в этой истории, выпустил прогон о восстановлении статуса Сутулова, который опять же был не всеми признан безоговорочно. Позднее в том же году в Греции прошла сходка, на которой приняли решение о заочном лишении титула Евлоева. Точку в этой истории опять же поставил Шакро Молодой в 2019 году, заявив, что Сутулова следует считать вором в законе до окончания его тюремного срока. После освобождения вопрос о короне будет рассматриваться повторно. Номер 7. Бесик Квинихидзе. Бесор Уставский. Квинихидзе родился в Якутии в 1982 году. За легкой наживой пришел в мир криминала. Впервые был приговорен в 17-летнем возрасте за удержание заложников и вымогательство денег. Потом пошли сроки за автоугон и разбойное нападение. Вором в законе он стал в июне 2013 года на сходке представителей Менгрельского клана. Но надолго в высоком статусе он не задержался. Его лишили короны из-за произошедшего в 2006 году конфликта с Гуджей Таркадзе. Квинихидзе поднял на него руку, за что был избит и отлучен от общика чтобы вернуть себе корону Квинихидзе стал распускать слух что именно он сумел в красной колонии установить воровской порядок хотя это была заслуга другого заключенного тем не менее ему поверил один из законников шалва азманов родственник шакро молодого он и влиятельный надир салифов поддержали возвращение воровской короны Бесоруставскому. ставскому. когда счастливый квенихидзе разослал по зонам голосовое сообщение о том что вновь стал законником благодаря самим Латугули и шакро молодому Таким образом, он подставил Калашова. Силовики получили доказательства занятия им положения вора в законе, а это грозит ему 15-летним сроком и многомиллионным штрафом. После этого Бесо Руставски вновь был раскоронован, но ненадолго. В мае 2019 года Латугули опять присвоил Пенихидзе статус вора в законе. Номер 8. Рамас Дзнеладзе. Кутаиски. Кутаиский грузин 1962 года рождения. Принадлежал группировке грузинских законников и сторонников Таро. Когда точно он стал вором в законе и кто его короновал, никому не известно, но сам факт коронации никогда не оспаривался. В 2009 году на сходке Рамазу были предъявлены япончикам обвинения в растрате общаковских денег и злоупотреблении наркотиками. Знеладзе был лишен титула. Вопрос возвращения короны был осложнен гибелью Иванькова. Ведь по правилам, если вор, высказавший претензии, умирает, то обвинение остается нерушимым. Однако в 2015 году высокий статус Рамазу был все-таки возвращен. Помилование от Зниладзе приписывают влиятельному вору в законе Шакро Молодому, волю которого выразил Олег Пирогов, циркач. Номер 9. Мираб Мазариула. Дуяки. Уроженец Сухуми Мираб был коронован в 18-летнем возрасте авторитетами Гуги Сухумским и Хуту. После этого события Мазариула принялся крестить новичков, дойдя до абсолютного рекорда всего 31 коронованных им воров. В 1982 году другой вор в законе Бесо члан объявил Дуяки не вором. В 1990 году Бесо умирает от рака и спустя 4 года Вахос Ухумский восстановил Мзариулу в статусе вора в законе. Номер 10. Тарел Аняни. Таро. Грузинский авторитет стал вором в законе в конце 70-х годов. Уважаемый московский законник, он наладил связи и со славянскими авторитетами. Однако был в серьезном конфликте с япончиком и дедом Хасаном. В 2009 году, когда Таро поместили в следственный изолятор, 36 законниками был выпущен прогон на лишение его статуса. Бумагу подписали в том числе и его враги, дед Хасан и Япончик. За они они вступились его сторонники. Весной 2011 года вышло новое послание от 30 воров в законе о восстановлении статуса Таро. А это был канал «Эпоха времени». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.